нашли. Дура. А я не написала Эфес туда. Я написала только 5-4. Ну так так нужно. Но вообще не заметь батарейках в руках. Все, что ждем? Уже отпраздновали. Еган? Все, я уже не хочу телефон. Что у меня аллергия? Блин, как он его бросил на пол. Что? Не бросай на пол, Тёма. Что я не спит. А что надо делать? Правильно, так, чтобы не было, не уходи в воздух и дуй сильно. Не, у тебя постоянно уходит, нет, так. Да не плю, блин. А что я не плю? Видишь, чтобы ты тоже не ходил сюда. Как он так может? Как прикольно, блин. Я тоже хочу быть. Блин, вот это да. Вот это нет. А как ты знал, что с этим можно так делать? Я весь день не сказал, что это с этим сделать. Я это делал, когда кадет еще был в другом автобусе, поворачивая, все смеялись, да, и показывали на него. Да, вот как ты знал, что этим? Что это искал весь день, искал что-то, так я сейчас увидел это, так я взял. Ну, вообще вот. Как он это? Попробуй ты. Ты сможешь так сделать? А я не смогу. Ты сможешь так сделать, а я не смогу. Выйди в свет. Ты не рад? Ну, ты целый. Во имя тебя сделать, а что беру? У тебя вообще надувается весь рот. Что у вас выходит по сторонам? Видишь? Но нельзя что здесь. Вообще, Тёма, талент. Кем Машу казал, что тут всю кухню. Тёма, ты должен пойти в минуту славы. Типа твоя минута. Ведь мы с мужа с тобой. Ты сихается опять ляжем, как у пса. Ведь мы с мужа с тобой. Смуж будет по сторонке. Минута славы. Вся семья дует вот штучку. Ага, дует штучку у мамы. Вот папе скажи, что ты сказал, дует штучку. Как ты сегодня, Саша, я тебе забыл травку положить. Какой же ты идиот. Я тебе забыл травку. Как ты подумал об этом вообще? Ну что за травка? Ой, это дурак. Шикарно. Сфоткает ее кто-то. Не меняй его. Сфоткай его. Сделай там фотку.